Всем доброго времени суток! Вы на канале «Привет из Германии». Меня зовут Татьяна Майер, и мы сегодня находимся в городе Глюкштадт. В четверг у меня был день рождения, и погода была ужасная просто. Был целый день дождь, ветер, и никуда не хотелось выходить, выезжать. И сегодня воскресенье. Мы решили с мужем проехаться и прогуляться по этому прекрасному городу, походить. Вы видите, что сзади меня прекрасный вид. И, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Глюкштадт означает в переводе «город счастья». Хотите и верьте, хотите и нет. Вот. Сегодня очень-очень солнечная погода, я даже одела солнцезащитные очки, потому что, посмотрите, солнце прямо ослепляет меня, и немножко такой ветерочек, но очень-очень классная погода, мне очень нравится сегодня здесь гулять. Я вам хочу немного рассказать об этом прекрасном городе. Город этот сравнительно молодой. Он возник в начале 17 века. Так как Гамбург – это основной порт Германии, Глюкштадт был основан в качестве конкурирующего порта Гамбургу. Глюкштадт лежит непосредственно на берегу реки. Вы знаете, что Эльба – это основная река Гамбурга. Также она проходит возле Глюкштадта. Поэтому этот город основан на берегу этой реки. И также неподалеку от открытого моря. Ну, я вам хочу сказать, что это не принесло удачи городу. Город этот остался маленьким и провинциальным. Но, тем не менее, гулять здесь одно сплошное удовольствие, и мы часто сюда приезжаем, чтобы погулять, чтобы насладиться этой красотой провинциальных фахверковых домов и, конечно же, погулять здесь на берегу реки Эльбы. Также в городе есть еще одна река и канал, я вам сегодня покажу. Город не пострадал во время войны. В основном вся Северная Германия пострадала от бомбардировок. Но этот город остался в основном целым и невредимым. Ну что, пойдем погуляем вместе с нами, и я вам покажу его достопримечательности. Надеюсь, что вам понравится. А кому понравится моя прогулка, обязательно подпишитесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вам понравилось, что вам не понравилось. И я вас приглашаю вместе с собой погулять сегодня по этому замечательному городу счастья. Hallo, Grüße aus Deutschland und aus der Stadt Glückstadt. Мой муж с вами также здоровается и сказал он вам по-немецки привет из Германии, из города Глюкштадта. Кстати, посмотрите, здесь есть украинский флаг в поддержку Украины, в поддержку украинцев. Я также всем желаю мира, добра и счастья. Всем голубого неба над головой. Хочется, чтобы люди жили дружно, не воевали. И украинцам, конечно же, скорейшего наступления мира. Thank you.
море синем, как в аптеке, все имеет суть и вес. Кораблю, как человеку, имя нужно позарез. Имя вы не зря даете, я скажу вам наперед. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Идеи мудрого капитана Врунгеля разделяют и в Германии. Хочешь сделать город счастливым, просто назови его Глюкштадт. Юный по немецким масштабам Глюкштадт ведет свой отсчет с начала 17 века. Именно тогда Кристиан IV, король Дании и Норвегии, герцог Шлезвиг-Гольштейнский, поставил перед собой весьма непростую задачу – основать город, который составил бы конкуренцию крупному торговому центру Гамбургу. Одной из наиболее важных причин было перемещение торговли Гамбурга на Эльбе в новый город. Проще говоря, догнать и перегнать. Место для крепости новостройки было выбрано не случайно. Расположение по нижнему течению Эльбы давало возможность контролировать судоходное сообщение, а близость к государственным границам позволяла притворять в жизнь военные планы честолюбивого короля. Имя новому поселению Кристиан IV дал лично, подчеркнув: «Звучит успешно, и это должно быть успешным, и тогда можно будет говорить Глюкштадт – город удачи». «Дат шаль глюкен, он дат мут глюкен, он ден шаль се о Глюкштадт хэтн». Ох, кого-то мне и напоминает этот дедушка с неводом. А вам? Помните сказку Александра Сергеевича Пушкина о рыбаке и рыбке? Раз он в море закинул невод, пришел невод с одной рдиной. Он другой раз закинул невод, пришел невод с травой морской. Третий раз закинул он невод, пришел невод с одной рыбой. Непростою рыбкой, золотою. Не знаю уж, что сподвигло короля дать городу такое оригинальное название. То ли расчет на суеверность моряков, то ли врожденная оригинальность. Но нарек он новый город Глюкштадтом, то есть буквально городом счастья или удачи. Герб был выбран соответствующий. На фоне синего цвета изображена серебряная обнаженная богиня удачи Фортуна с золотыми волосами, стоящая правой ногой на золотом шаре, и обеими руками она держит парус, развивающийся на ветру. Надо ли говорить, что идея составить конкуренцию Гамбургу с треском провалилась? Глюкштадт так и не обставил Гамбург по объемам торговых сделок. И городок остался умеренно симпатичным провинциальным городком. Правда, во времена 30-летней войны в 17 веке
а затем наполеоновских войн в начале XIX века, крепость при городе имела важное значение как форпост на берегу Эльбы, то уже во время Второй мировой войны город остался практически нетронутым бомбардировками союзников, так как перестал иметь какое-либо стратегическое значение. Сегодня его население не превышает 12 тысяч человек. Причем интересный поворот судьбы. Многие из них переехали сюда на постоянное место из бывшего города-конкурента. Несмотря на то, что в Глюкштате проживает всего 12 тысяч жителей, это имя знакомо всем на севере. С одной стороны, это связано с паромным сообщением через Эльбу с Фишхафеном в Нижней Саксонии, а с другой – с матьесом. Фирменное блюдо из сельди готовят в городке на Эльбе по традиционным рецептам. Каждый год в июне город посвящает народный праздник нежной серебристой рыбки Глюкштат Матьесвохен, что переводится как «Неделя сельди в Глюкштате». Кулинарное фирменное блюдо из Глюкштата «Оригиналь Глюкштат Матьес» у всех на устах далеко за пределами земли Шлезвиг-Гольштейн. Но вы столкнетесь здесь не только с морскими вкусами в форме матьеса. Тихий ряд домов в гавани и ступени гавани приглашают вас задержаться. В Глюкштате вы можете почувствовать королевскую мечту на каждом шагу, потому что с его живописной атмосферой, маленькими сказочными улочками и расположением на Эльбе он источает особое очарование. Кстати говоря, гавань Глюкштата с ее великолепным рядом домов является одной из самых красивых улиц в Северной Германии. Глюкштат – это единственный город в Шлезвиг-Гольштейне, который был основан королем. Исторический жилой дом, расположенный по адресу Амхафен 40, известен как Königshof, то есть Королевский двор. Это неоклассическое здание было первой резиденцией датского короля Кристиана IV, когда был основан этот город. С тыльной стороны сохранилась башня Вибеке-Крузе 1630-31 годов, названная в честь его любовницы. А в 1638 году дворец был уже ей подарен. Здание снесли после пожара в XIX веке. Остались только башня и подвал. И затем уже был построен жилой дом в формах историзма. Многоугольную лестничную башню с изогнутым куполом до сих пор венчает флюгер в виде всадника и датского шара. Здание было капитально перестроено в 1873-74 годах, ровно за 100 лет до моего рождения.
На Королевской улице 41 находится Гисхаус, бывший пушечный литейный дом, построенный в 1641 году при том же датском короле Кристиане IV. С 1839 года он становится тюрьмой с церковью, в 1929 году типографией, а сегодня это резиденция свободной церкви. Этим литейным заводом руководил реформированный голландец Франциск Ахасверус ван Роен. Здесь были отлиты снаряды, колокола, люстры, вероятно, также и для городской церкви в Люкштадте. Мемориальная доска отмечает эту темную главу в истории города. Старый соляной склад Альтер Зальцшпайха находится на улице Амхафен 63. Могучий Хафеншпайхер с кирпичными стенами 1827 года прямо во внутреннем порту имеет площадь 14 на 14 метров. Лифты позволяли перевозить товары как по воде, так и по суше. С 1894 по 1976 год промысел сельди в Глюкштадте использовал это здание как соляной склад. Это соляное хранилище имеет очень-очень толстые стены. А сейчас здесь можно арендовать квартиру. Двухэтажный дворянский дворец в стиле голландского позднего ренессанса построен примерно в 1630 году. Точный год постройки неизвестен. На то, что дом построен в первой половине 17 века, указывают сохранившиеся, хотя и невидимые, так называемые рельефные арки-вкладки. Перед этой кладкой оштукатуренные колоссальные пилястры делят здание на 8 оконных осей. Мощная правильная шатровая крыша с красными глиняными лотками поддерживает представительный характер дворца. На перемычке вырезано «Quasi non possidentes» – «Как будто бы мы не были владельцами». Овальное поле навершения окружено цветами и акантами и имеет начальную букву «В», окруженную двумя лавровыми ветвями, которые еще не расшифрованы. Дворец использовался как правительственное учреждение, а также был резиденцией комиссара Лоренцо Йессена. А в 1796 году владельцем была названа вдова продовольственного комиссара. С 1700 по 1752 год в этом дворце размещалась правительственная канцелярия. В последующие годы в доме жили высокопоставленные представители правительства и судебной власти. А после присоединения Глюкштадта к Дании, в 1867 году это случилось, богатые купцы и предприниматели. В 1985 году на средства градостроительного фонда здание было отреставрировано и подготовлено под выставочный корпус. После временного использования в качестве муниципальной и частной галереи 1 августа 2000 года здание было передано художественному объединению Глюкштадта, которое регулярно проводит здесь сменные выставки современного искусства. А здесь находится солдатская хижина 1633 года, которая в основном сохранилась в первозданном виде. Бараков в то время не знали. В Люкштадте в 1936 году на черте города были построены первые казармы, главный фасад которых сохранился в первозданном виде. А здесь первоначально стоял дворец графа Кристиана Рансау. В 1719 году король Фридрих IV приказал снести ветхий дом. Из-за больших затрат на укрепление берегов наследница передала имущество в дар государству и построила тюрьму и сумасшедший дом. После того, как заключенные мужчины были переведены в Рендсбург в 1875 году, он был переобразован в женскую тюрьму.
а в 1931 году здание было переоборудовано под квартиры. Как и многие прибрежные поселки на севере Германии, Глюкштадт в значительной степени защищен от наводнений дамбами. Глюкштадт был задуман на чертежной доске как многоугольный радиальный город в соответствии с идеалом итальянского города эпохи Возрождения. Исторические дома с ухоженными фасадами обрамляют рыночную площадь, в том числе ратуша с фасадом из красного кирпича на севере и по диагонали напротив городской церкви 1621 года. Особенность, что весь городской комплекс был спланирован на бумаге и имеет строгую структуру, которую можно понять на карте города. 12 так называемых радиальных улиц идут прямо со всех сторон к рыночной площади. Перекрестные соединения в соответствующих конечных точках приводят к шестиугольному плану, который все еще виден сегодня. Это явно отличает Глюкштадт от средневековых городов с их типичным лабиринтом переулков. Многие здания относятся ко времени основания города и были построены в стиле Ренессанс. Искусственный водный канал, проходящий по касательной к рыночной площади, когда-то предназначался для быстрой перевозки товаров по городу. В целях развития торговли Кристиан IV заманивал в город состоятельных и предприимчивых горожан с привилегиями, таких как голландские купцы и португальские евреи, имевших хорошие торговые связи. Во время 30-летней войны Глюкштадт был единственным укрепленным городом в стране, который не был взят имперскими и шведскими войсками. А рыночная площадь когда-то использовалась солдатами как парад и плац. Мощенную рыночную площадь украшает чугунный канделябр 1869 года. Он был построен на месте рыночного фонтана и фонтанного дома, которые ранее существовали в этом месте в качестве пожертвования гражданина Глюкштадта на рыночной площади. Это памятник архитектуры, полностью отреставрированный в 1985 году. Под ним и сегодня находится цистерна бывшего рыночного колодца. Слева от церкви находится один из самых элегантных домов в Глюкштадте – Трауфенхаус. В трехэтажном карнизном доме 17 века
С высокой шатровой крышей из кирпича жил в частности богатый купец и судовладелец Леман. Это он подарил жителям Глюкштата канделябры. Городская церковь, построенная между 1618 и 1623 годами, расположена к востоку от рыночной площади. Как первая протестантская церковь после реформации в Гольштейне, это одно из самых важных зданий в Глюкштате. Ее визитной карточкой является шпиль, на котором восседает языческая богиня Фортуна рядом с датской королевской короной и монограммой Кристиана IV. Одетая очень легко, она представляет собой уникальное украшение на вершине церковной башни. Церковь, построенная в эпоху позднего Возрождения, имеет четыре большие латунные короны, изготовленные в Глюкштате. С левой стороны башни виден якорь адмиралтейского корабля Гамбургского флота, захваченного в 1630 году после победоносного сражения на Эльбе. Справа перед входом отметка штормового нагона от 7 октября 1756 года. При прорыве дамбы погибло 200 человек. Кроме того, многие другие дома и фасады из века основания характеризуют образ рыночной площади. Thank you.
Справа от церкви находится копия бюста основателя города Кристиана IV. Оригинал находится в замке Розенборг в Копенгагене. Бюст был открыт 22 марта 1992 года к 375-летию со дня основания Глюкштата. После смерти Кристиана IV в 1648 году значение города уменьшилось, хотя его сын Фридрих III перенес сюда правительственные учреждения герцогств. Напоследок мне хочется несколько слов сказать о ратуше. Ратуша расположена в историческом старом городе Глюкштата прямо на рыночной площади. Она была построена в 1643 году по желанию короля Кристиана IV. Имеет форму Северного Возрождения, стиль голландского позднего Ренессанса, это так называемый стиль Кристиана IV. Красный кирпич, рамы из песчаника вокруг окон, декоративные фронтоны. Кстати говоря, она имеет большое сходство с Копенгагенской фондовой биржей. Фасад украшают два высоких дома с изогнутыми фронтонами. К главному порталу ведет внешняя лестница. Из-за плохого фундамента снос в 1872 году был неизбежен. Новое здание было построено в 1874 году с копией оригинального фасада. Глюкштат был не только гарнизоном, крепостью и резиденцией, и международным портом, и торговым центром, особенно в 17 веке. Заканчивая работу над фильмом о Глюкштате, я себя спрашиваю, так прав ли был капитан Врунгель? Зависит ли счастье от названия места? И нужно ли обгонять кого-то, чтобы быть счастливым?